Добрый вечер, Георгий. Мы сегодня на тренировочном лагере сборной Болгарии по дзюдо, подготовка к чемпионату Европы, который пройдет через несколько дней в городе Самоков, Болгарии. Скажите, какие планы у сборной? Сколько человек будет участвовать на этом турнире? Сборная Болгария будет с полной опорой, 9 мужчин и 9 женщин. Каждый весовой. Какие планы у вас, как у тренера сборной? Есть ли те ребята, те участники, на которых вы планируете, что они могут завоевать медали? У нас есть хорошие ребята и девочки. Там я только... У нас нет так категоричных планов, но я хотел так будет, что каждый состязатель сделает так, что он может. И тогда будет хорошо для всех. Для состязателей и для тренера. Это вообще последний чемпионат в истории Европы до 23 лет. После будет уже другая система возрастных категорий. Сколько участников из вашего отбора первый раз участвуют в чемпионате Европы, а сколько уже несколько участий было? Я не знаю, сколько, но... Так, 7-8 человек за первый раз. Такое соревнование. Другие были несколько раз, 3-4 раза, второй раз. Иван Уйпанов будет второй раз, Магдалена Вайпанов 48 будет второй раз. Так есть разные. На прошлом чемпионате Европы вы, сборная Болгарии, завоевала медали? Да, на прошлый чемпионат третье место Белина Ивеева завоевала, 57 килограмм. А позапрошлый в Тюмени у вас была одна золотая медаль? В Тюмени золотая медаль на Янислав Герчев, который стал чемпионом весовой категории 60 килограмма. Там проиграли для еще три медали, для третьего места. Три человека проиграли в последние минуты. Какие страны вы могли бы выделить как страны-лидеры на сегодняшний день вот на этом чемпионате Европы, который будет? С кем будет больше всего сложнее бороться? Конечно, русская сборная, французы очень хорошие. Сейчас есть голландцы. Хороший отбор есть. Италия тоже. Там каждая есть очень сильные страны и будет хорошее соревнование, по-моему. А будут ли какие-то для вашей сборной проблемы в связи с новыми правилами, которые сейчас вот идут? Или все спортсмены подготовлены по новому? Все подготовлены, все у них в этом году каждый состязатель был на 4-5 турниров. Все знают новые правила, все подготовлены, не будет проблем. Вот эта команда до 23 лет, это в принципе перспективная команда по подготовке к Олимпийским играм 2016 года. То есть многие из вашего отбора могут перейти в команду олимпийскую? Ну, я думаю, немного, но 3-4 человек могут пробовать на квалификации для Рио 2016. Спасибо большое, успехов. Спасибо.